Привет, друзья, с вами Алена Васильева, и сегодня я вам дам очень классные песни на запуск речи. С помощью этих песен дети могут начать говорить. Но прежде чем вы начнете слушать эти песни со своими детьми, послушайте важную информацию. Уже в эту субботу, 12 марта, в 14:00 по московскому времени, я проведу бесплатный открытый урок, там, где я расскажу пошаговый план запуска речи дома, а также разберу реальные ситуации, и в этих ситуациях вы, возможно, узнаете своих детей, ваши проблемы, и получите ответы на свои вопросы, как же помочь ребеночку начать говорить. Я жду вас, регистрируйтесь, ссылка в описании. Нажимайте на ссылку и регистрируйтесь. А теперь песенки. И первая песня – это известная игра-потешка «Гуси-гуси-га-га-га». Мелодия моя, интерпретация тоже моя. Повторяйте с ребенком вместе за мной. Гуси-гуси-га-га-га, есть хотите, да-да-да, так летите же домой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, волк-волк под горой не пускает нас домой. Ой-ой-ой-ой-ой, гуси-гуси-га-га-га, пить хотите, да-да-да, так летите же домой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, волк-волк под горой не пускает нас домой. Ой-ой-ой-ой-ой, гуси-гуси, га-га-га, поиграем, да-да-да, с волком, ой-ой-ой, полетели мы домой. И эта песенка учит звукоподражанию. Многие спрашивают, как научить ребенка звукоподражанию. А вот так. Пойте эту песенку, учите ее с ребенком, и ваш ребеночек начнет говорить гав, гав. Вот наш Бобик, славный пес, гав, гав. Белый лобик, черный нос, гав, гав. Бобик, Бобик, лапку дай, гав, гав. Сядь на место и не лай. В этой песенке мы помогаем отрабатывать ребенку тук-тук звукоподражание, учим говорить его «да» и «нет». Пойте вместе со мной. За окошком кто шалит? Тук-тук-тук. Кто по стеклышку стучит? Тук-тук-тук. Может, это птички? Нет-нет-нет. Может, ребятишки? Нет-нет. Нет. Может, капельки дождя? Да, да, да. Молодец! А в этой песне мамы удивляются и говорят, ну надо же, за мной не хочет повторять, а за Аленой на экране вообще классно повторяет. Мы учим здесь ребенка говорить «а-пчхи». Это особенно полезно для тех детей, которые не желают разговаривать, у которых речевой негативизм. Так вот, играйте в эту песенку с ребенком, и вы увидите, как он у вас легко и интересно заговорит. А-а-а-а-пчхи! Будь здоров! Спасибо. А-а-а-апчхи! Будь здоров. Спасибо. А-а-а-апчхи! Будь здоров. Спасибо. Друзья, это, конечно же, самое начало, то, что ребенок должен говорить. Но что делать дальше, я расскажу вам на открытом уроке. Не забудьте зарегистрироваться на открытый урок, я жду вас там. С вами была Алена Васильева, перешлите это видео тем, у кого детки еще не разговаривают. Пока-пока!